Смотрим, по какой схеме сегодня Фиорентина будет играть. Тоже здесь возможны определенные изменения. Даниэле Орсато, главный арбитр матча, подхватывает он мяч. И выходит команды на поле Артемио Франки, древнего стадиона, который сегодня, несмотря на все свое неудобство, забит номерам и по полной программе. Итак, Фиорентина, хозяева поля, 12-й номер Чиприанте Терешану в воротах. Далее 13-й Давиде Астори, 2-й Гонсало Родригес, 32-й Факундо Ронкалья, 16-й Якуб Блащиковский, 5-й... Но свистите же, сеньор Орсато. Поехали! Начинает с центра поля Рома. С ее тактикой все более-менее понятно. Динь на левом фланге. Но в итоге все-таки играет Динь слева, Рюдигер Манолос в центре. Ну а Флоренцо уже довольно давно переквалифицировался в настоящего правого защитника. Салах. Попытка прострела пока не получается. Нэнгелан в подкате. Очень здорово забирает мяч. Это он умеет. Пьянич. Салах. Не успевают свистеть. Удар и гол! Мохаммед Салах! Не собирается праздновать, но отвечает он своим действием всем болельщикам Фиорентины. Вот здесь, смотрите. Недостаточно жестко поставил ногу Бернардески. Все. Салах, Пьянич, Салах и Мохаммед сразу разглядывает брешь в дальнем углу. Ничем не помогает Фиорентине полет Чиприано Тетерешану. Без вопросов. Казалось, что будет основным голкипером Фиорентины в этом сезоне Луиджи Сеппе. Опасно. Выход один на один. Перебрасывает Калинич. Но передача какая прошла. Не было офсайда. Рюдигер сделал движение ногой назад. И из-за этого остался в правильном положении Калинич. Сложно было здесь совладать с мячом. Но он обработал его классно пяткой. И дальше левой перебрасывал на ходу. Перебросить Ченсного. Но и только. Подача. Снова Рюдигер против Калинича. Висино не дают пробить. Контратака должна быть сейчас. Жервиньо. Выход один на один будет. Рома добилась своего. Контратака. Салах рядом. Жервиньо. 2-0. Руди Гарсия. Что, гений получается? И Флоренци. Какая передача точная. А покажите нам, пожалуйста, был ли офсайд у Жервиньо, когда он убегал. Он ведь убегал, наверное, со своей половины поля. Если так, то, конечно, не было. Да, не просто со своей, а еще и с запасом метров 7, но никто его не держал. Не готовы были футболисты Фиорентины. Что такое опыт? У Ромы опыт борьбы за чемпионство в Италии гораздо больше, чем у Фиорентины. Рома последние два сезона пытается соответствовать Ювентусу. Получается очень относительно. Но да, хороший ближний угол, Щенсный. Ну так, хороший был. Но и Щенсный в порядке. Много на него критики обрушилось за последнее время, особенно после матча с Батэ. Строго относится ко всем этим падениям Даниэле Орсато и на провокации не ведется. Иличич, у него мощный удар. Никаких проблем у него бы не было, попади Иличич в створ, а он и не попал. Но обстрел с дальних дистанций тоже вариант для Фиорентины. Здесь, а также защитники Нэн Томович и Мануэль Паскуаль. Полузащитники Матиас Фернандес, Марио Суарес и Хуан Верду. И форварды Анте Ребич, Джузеппе Росси и Хума Бабакар. А Жервиньо штрафной спасает это Рушану. Имеющий желтую карточку. Давайте смотреть. Джеко отдавал передачу очень вовремя на Жервиньо, пока не было офсайда. И Жервиньо зачем-то пошел обыгрывать вратаря. Хотя место было потрясно просто. Бернардески. Ну ничего, Фиорентина не может поделать. Вот только сейчас, наконец, ошибается Жервиньо, отбивает Ченсный. Вот этот единственный неприятный момент был, когда между Флоренцо, Матиас Фернандес, подача, Борха, можно скинуть или пробить, он своего же, возможность для удара. Даже не успел никто на него выброситься. А
уже оказался в штрафной. Но сейчас слишком мало времени, чтобы себя проявить, хотя и этого достаточно тоже. Может оказаться подбор, да! Это бил Иличич своей хлыстовой левой ногой. Бернардески. Троих обыгрывает. Иличич сохраняет мяч. А теперь на выход. Один на один побежал Кали. Пас великолепный. За неудачную первую половину матча и даже первые две трети Иличич. По штрафную Калинич отбивает честно и не удается поймать. Росси, Бабакар, Бабакар, Бабакар не попадает. Дриговались в концовке. А так это победа Ромы. Не создавал в итоге Ферентино моментов. Достаточное количество. Можно было забить и один, и два, и, наверное, даже три. И третью строчку с Интером. Наполи может их догнать, если выиграет сегодня у Кьево. И то же самое можно сказать в отношении Лацо. Они один гол все-таки забивают, но это уже поздновато. И тем не менее размочили. Но вот чуть бы раньше пускает. Один матч всего лишь в этом сезоне остается без пропущенных мячей. Хорош Бабакар. По-моему, он должен быть расстроен, что вышел на поле лишь на 80-й минуте. Уже Калинич. И не... Но передача какая прошла. Не было офсайда. Рюдигер сделал движение ногой назад. И из-за этого остался в правильном положении Калинич. Сложно было здесь совладать с мячом. Но он обработал его классно пяткой. И дальше левой перебрасывал на ходу. Перебросить Ченсного. Но и только. Подача. Снова Рюдигер против Калинича. Висино не дают пробить. Контратака должна быть сейчас. Жервиньо. Выход один на один будет. Рома добилась своего. Контратака. Салах рядом. Жервиньо. 2-0. Руди Гарсия. Что, гений получается? И Флоренци. Какая передача точная. А покажите нам, пожалуйста, был ли офсайд у Жервиньо, когда он убегал. Он ведь убегал, наверное, со своей половины поля. Если так, то, конечно, не было. Да, не просто со своей, а еще и с запасом метров 7, но никто его не держал. Не готовы были футболисты Ферентино. Что такое опыт? У Ромы опыт борьбы за чемпионство в Италии гораздо больше, чем у Ферентины. Рома последние два сезона пытается соответствовать Ювентусу. Получается очень относительно. Да, хороший ближний угол, Щенсный. Бернардески. Ну ничего, Ферентино не может поделать. Вот только сейчас, наконец, ошибается Жервиньо. Отбивает Ченсный. Вот этот единственный неприятный момент был, когда между Флоренцио... Матиас Фернандес, подача, Борха. Можно скинуть или пробить. Он своего же... Возможность для удара. Даже не успел никто на него выброситься. Уже оказался в штрафной. Но сейчас слишком мало времени, чтобы себя проявить. Хотя и этого достаточно тоже. Может оказаться подбор, да. Это бил Иличич. Своей хлыстовой левой ногой. Бернардески. Троих обыгрывает. Иличич сохраняет мяч. А теперь на выход. Один на один побежал Кали. Пас великолепный. За неудачную первую половину матча и даже первые две трети Иличич. По штрафную Калинич отбивает честно и не удается поймать. Росси, Бабакар, Бабакар, Бабакар не попадает. Дриговались в концовке. А так это победа Ромы. Его мощный удар. Никаких проблем у него бы не было. Попади Иличич в створ, а он и не попал. Но обстрел с дальних дистанций тоже вариант для Ферентины. Здесь... А также защитники Нантомович и Мануэль Паскуаль.
полузащитники Матиас Фернандес, Марио Суарес и Хуан Верду. И форварды Анте Ребич, Джузеппе Росси и Хума Бубакар. А Жервиньо штрафной. Спасает это Рушану. Имеющий желтую карточку. Давайте смотреть. Джеко отдавал передачу очень вовремя на Жервиньо. Пока не было офсайда. И Жервиньо зачем-то пошел обыгрывать вратаря. Хотя место было потрясно просто. Бернардески. Ну ничего, Ферентино не может поделать. Вот только сейчас, наконец, ошибается Жервиньо, отбивает честный берег. Вот этот единственный неприятный момент был, когда между Флоренцио, Матиас Фернандес, подача, Борха, можно скинуть или пробить, он своего же, возможность для удара. Даже не успел никто на него выброситься. А уже оказался в штрафной. Ну, сейчас слишком мало времени, чтобы себя проявить, хотя и этого достаточно тоже. Может оказаться подбор, да! Это бил Иличич.